Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии и наслаждений. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Его сексуальная жизнь», где первая карта нам скажет «Сексуальный потенциал вашего партнера». И у нас выпадает карта «Двойка мечей». А для него самое главное выбрать одну партнершу, да, и заниматься с ней постоянным сексом, потому что он не может параллельно строить отношения ни с кем, поэтому ему хватает одной партнерши. Главное наладить с ней отношения, да, он будет дарить какие-то подарочки, чтобы партнерша смотрела в его сторону. Краткая история сексуальной жизни до нынешних отношений. Я думаю, это всем интересно знать о своем партнере, да. Здесь выпадает карта «Семерка жезлов». Седьмой аркан и пятерка пентаклей. У него не было сексуальных отношений до вас. Вы у него первая. Когда он встретился с вами, начал к вам приезжать, да, он понял, что такое сексуальные отношения. Причем для него секс — это прямо работа. Он очень уставал от этого. И вы, как императрица, его учили всему, то, что умеете сами. Вот, сейчас ситуация висит, что-то у вас происходит с отношениями, и опять у него нету секса, да, и он ждет от вас какой-то команды, когда это все-таки наступит. Он понимает, что вы женщина очень дорогая, в которую нужно вкладывать, которая достойна большего, и он сейчас занят тем, чтобы на вас зарабатывать деньги для того, чтобы это. Еще у него до вас могли быть какие-то встречи в кафе, ресторанах, где он пытался с девушками, ну, хоть как-то там наладить отношения. Так, что позволяет знать из своей сексуальной жизни он вам? У него такие страхи, комплексы, что он вам ничего не рассказывает. По причине того, что очень много фантазий, да, у него. Вот. И потому что он хочет строить с вами отношения, поэтому он боится вообще рассказывать что-либо. Так, что он скрывает? Он скрывает свою ревность, то, что он бесится, психует. Он сдерживает себя, потому что вы для него очень дороги. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.